приятно за приглашение. Как бы это действительно приятно вернуться всегда на родину. И мне очень интересно всегда участвовать в таких проектах, которые, амбициозных проектах, которые как бы так бы могли, там, где, допустим, я участвовал в Ужгородском проекте, там, где волейбола никогда в жизни не было, ну, к сожалению, там финансы закончились, и как бы это все умерло, и до сих пор этого нет. Ну, хотя это все было амбициозно. В таком же проекте я участвовал в Лубинском тоже. Вы знаете, мы очень достойно представляли Полтавщину в Украине. То есть я считаю, что это был хороший проект, но, к сожалению, как получилось, так получилось. И вот уже третий мой, как бы, участие, мое участие в этом проекте, это именно Полтавский Решетиловский клуб. Это тоже очень амбициозно, я считаю, что это, как бы, там, кто не знает, где Решетиловка на карте, это ни о чем не говорит. То есть волейбольная карта, она очень маленькая. И поэтому никто не знал и Барком Кожны, никто не знал еще такие клубы, другие, те же Подоляны тоже, кто знает, где это. А когда команда представлена в высшем дивизионе, сразу знают, где Решетиловка, где Подоляна находится, какая это область, то есть никто ничего не помнит. Поэтому мне очень приятно, много говорить не буду, то есть сезон все покажет. Я считаю, что задачи мы должны выполнить, те, которые ставят перед нами руководство, поэтому будем работать.